Йоу, салют всем, с вами Мастхэт, и долгожданный трек Суба и Текила вышел. Для меня он не был таким, наверное, долгожданным, как для многих. Многим этот трек понравился в ТикТоке, и вообще там вот это все, да, ВК закроем, чтобы нам не мешали. Давайте слушать и оценивать. Но я не уверен, что там все так гладко, как хотелось бы. Я видел сниппет на минуту, в принципе, трек, ну, неплохой. Но давайте слушать. Копил на мере в 17. И чё в итоге? И я хап на мере в 17. Бабки давят на пальцы. Братья сзади мой панцы. Братья сзади спартанцы. Звезды кружатся в танце. Но пацы идут ко дну. Но я перелезну главу. Брось, я точно доплыву до конца. Мы с братиком с детства пилим все пополам. Жжем дотла, пьем до дна, не расти. Мне понравилось, как здесь Текила залетает на битло. И вот эта часть Суба мне напоминает Марк. Ну, типа, фанаты Маркула, я думаю, ну, типа, почувствую что-то такое родное, да? Но вот чем-то он мне напоминает, вот этот, блядь, залет. В принципе, этот, ну, по куплетам этот трек напоминает очень Марка. Зала, всем братьям и я хапну мере в 17, бабки давят на пальцы. Братья сзади мой панцы, братья сзади спартанцы. Звезды кружатся в танце, но пацы идут ко дну. Но я перелезну главу, брось, я точно доплыву до конца. Мы с братиком с детства пилим все пополам. Жжем дотла, пьем до дна, не растеряли тулам. Белые скалы, метальником по глазам. Мы уплываем закат, кидаем нашим салам. Эй, йоу! Салам! Всем городам, салам, всем улицам и всем дворам, салам, всем братьям и всем пацанам. Все, либо ничего. Один за всех, и все за одного. Мы либо все наверх, либо все на дно. Салам всем странам и всем городам. Салам всем улицам и всем дворам. Салам всем братьям и всем пацанам. Ну, собственно, что я и думал. Мне понравился куплет, что у Текила, что у Суба. Но куплет по 8 строчек, ну, типа, ну, 8 строчек у них на куплет идет. Ну, это чё? Ну, это нормально. Я считаю, что это очень мало по поводу припева. Припев мне тоже не особо понравился. Вот так вот. И, ну, в принципе, трек неплохой. Куплеты мне понравились, вот так вот. Я поставил бы 7-8 где-то. Припев, вот из-за припева, который, ну, как бы, ну, он такой, средненький. Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Мастхэт. В описании заходите, там есть ссылочки на мои соцсети, вот, полезные, между прочим. Можете на них подписаться. Все, всем удачи и всем пока.